Итак, дорогие друзья, вот мы сейчас идем по набережным и начинаем свое путешествие от Боотки, которая называется Лодочная набережная. Она знаменита тем, что раньше это был самый первый порт Сингапура, когда Раффлс выселялся сюда, высаживался, именно вот отсюда и начинались, значит, именно образование порта. Ну а сейчас это самый известный квартал для питания, отдыха, то есть своего рода вот гонконгские те вот кварталы, в которых мы были, thank you, которые мы посещали. No, thanks, thanks a lot. Вот. И сейчас мы будем в Боотки, затем побываем в Кларки. Но задача у нас найти здесь... вот, смотри, Дэн. Крабы из Шри-Ланки. Вот нечто подобное у нас задача найти. Только не такого огромного, наверное. Вот. И чтобы нам приготовили чили-краб. Настоящего чили-краб, настоящее сингапурское блюдо. Вот. Ну, что ж, вот так вот выглядит Боотки, он довольно длинный, поэтому отключаемся, ищем еду дальше.